15 марта на совещании в Смольном обсуждали судьбу делового комплекса «Невская ратуша». По итогам вице-губернатор Василий Кичиджи обещал обсудить с губернатором Сергеем Полтавченко планы передачи одного из зданий комплекса под Дворец науки и техники школьников. Ранее предполагалось, что определенное количество помещений комплекса «Невской ратуши» будут отданы для размещения комитетов Смольного. Этот переезд вызвал сомнения у многих горожан и специалистов по недвижимости. Дело в том, что такое скопление административных учреждений в одном месте – может, по их мнению, вызвать транспортный коллапс в центре города. По сути, если обсуждалась передача здания, которое было предназначено для размещения части правительства на другие цели, речь идет об отказе от переезда. Пока с чем это связано, неизвестно. Невская ратуша – проект делового квартала площадью более 350 тысяч квадратных метров. Финансированием проекта занимается банк ВТБ. Контролем над реализацией проекта ВТБ Development. В ноябре 2009 года строительство комплекса было признано стратегическим инвестиционным проектом. Сдать в эксплуатацию его планировали в 2014 году.